Балет «Байдерка» в постановке Юрия Григоровича. Восточную легенду о танцовщице и храбром воине на сочинской сцене показывают не впервые. Несколько лет назад спектакль уже собирал полный зал зрителей. Знаменитой постановкой на курорте открылся 5-й международный конкурс «Молодой балет мира». В этом году на конкурс приехало больше полсотни участников из разных стран. Оценивать их будет международное жюри в составе 11 человек. Кстати, 2 года назад на 4-м конкурсе «Молодой балет России» глава города Анатолий Пахомов пообещал к лету 2014-го, когда будет следующий конкурс, закончить реставрацию известной в Сочи виллы «Надежда». Пришло время держать отчет. И это сделано. Дача Худякова в Дендропарке приведена в ее первоначальный вид. Сергею Худякову, основателю сочинского дендрария, писателю и историку, и посвятили нынешний конкурс балета. И «Байдерка» тоже в его честь. Сегодня вы видите балет, собственно, балет, который поставил на сценарий этого человека. Каждый день для участников не только выступления, но и мастер-классы от известных педагогов, лекции о традициях русского классического балета.